Друзья, это завтрак у нас. Завтрак, не просто так завтрак. У нас Father's Day. Света, это ты рыбку тоже? Да. Это, у Света есть какая-то техника, которая делает рыбу прям как консервы. Не знаю, плюс это или минус, но делает. Это что-то связано с печеночкой, нет? Нет, это пате. 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 Это крупная черешня. Я бы сказал ядреная. Вот, мне нравится слово ядреная такая. Крупная, с кулак практически. Малинка. Так, очень здоровая все пища. Вот. Маслице. Так, сметанка. И главное, есть... главное, это не забудь, сковородка там стоит. А, там еще, это еще не конец. А, там просто хлебушек, друзья. Просто хлебушек. Это, там сок, шампанское. Будем делать мимозу. Там две джезве и там два... Это еще не конец. Вау! Так. Домашние! Домашние это блинчики с творогом. Пирожки. Вау! Что? Сама дело. Ну, частично сама, кроме блинчиков, все сама. То есть погрела сама? Нет. Я начинку сделала. Да, я тоже так сделала. Я блины не пеку. Я блины не пеку. Это я не умею. А это что за предмет? А это фриттата. Как? Фриттата. Фриттата. Осторожно, ручка очень горячая. Мама. Это фриттата. Ну, похоже на яичницу, я не знаю. Такой стол, знаешь, это Миша говорит, я сейчас буду шпать. Так. Лук, жареные грибы, сыр и блин. Это фриттата, не такая фри. Да, тут много полезного. Друзья, когда доходит до чая, то всегда проблема выбрать, что за чай, какой чай. Но главное в этом деле выбрать... Видишь, как он с листиком. Да, с листиком, да, вот он с листиком. Я боюсь, что листик не настоящий. Нет, конечно. Вот. Но главное... Светочка, главное в выборе чая... Выбрать правильно компанию, в которой ты берешь чай. Вот берите вот в этом месте, и чай будет хороший. Друзья, мы видим, как в чашечку наливается кофе. Это не все. Налить кофе в чашечку – это далеко не все. Правда? Он, да. Варился он в турке, правда? Да. А потом я попал в кофейник. Так, а это что, кипяточек? Это кипяточек, потому что это очень крепкий кофе. Понял, его невозможно пить. Разбавляем. Пошли молочка туда нальем. Да. Вы все, друзья, знаете, что дает корова молоко. Вот корова, дающая молоко, дает его прямо в кофе. Вот так цинично. Ну да, еще. Не надо много, будет невкусно. Нет. Все, друзья, теперь кофе готов к употреблению. Друзья, я знаю, что мысленно вы с нами. И вот это вот Шеридан, вот это вот Шеридановый. Что это вообще? Это два сосуда. Ну, два в одном. В одном. Но они отделены. Отделены. Вот здесь две дырочки. Так. Две дырочки. И когда наливать? Так. Когда так. Наливать? Ну. Они льется два ручья, льется в бокал. Я понимаю. И там внутри перемешивается. Что именно перемешивается? Что это? Это что-то белое. Белый ликер. А это шоколадный ликер. Это шоколадный. А да, это шоколадный ликер, а это белый какой-то другой белый ликер. Шоколад. Окей, white box ликер и black box ликер. А если их смешать, то будет grey box. Будет очень так, неплохо. Давайте смешаем. Так, начинаем. Значит, вот у Марка бутылочка. Две дырочки. Так. Надо аккуратно, друзья, наливать. Вот. Ну, достаточно нам для дегустации. Спасибо. Так, все, да, больше ничего не надо делать? Все, а остальное перемешивать. Размешивать не надо. Не нужно размешивать. Тогда я даю тебе камеру. Мама. Значит, вот. Друзья, я для вас дегустирую. Все. Пахнет хорошо. Оно то ли совсем не крепкое, то ли вот в силу сочетаний белого с черным, вот это вот черной магии и белой, совершенно нет ощущения крепости. Ну, она действительно слабо алкогольная. А может просто постояла. В смысле, испарилась. Ну, в общем, друзья, рекомендую. Вот это, если кто там с Шериданом не знаком, значит, есть смысл познакомиться.